Ребята с ограниченными возможностями здоровья из 12 регионов России съехались в Видное на большой спортивный фестиваль, организованный общественной организацией «Лига мечты», чтобы пообщаться, показать свои умения и научиться чему-то новому. 11-летняя Варвара Бычкова со своей командой приехала из подмосковных Мытищ. Ее мама Марина Волкова рассказала, что это их первое участие в подобном мероприятии. Целый год мы занимались, мы готовились, ходили на тренировки, учились. Торжественное открытие фестиваля началось с чествования трех маленьких именинников и приветственных слов почетных гостей. Затем после небольшой разминки перешли к основной части мероприятия – спортивной. Игроки основной команды «Спарта ИК» покажут тренировку по баскетболу, и вследствие чего мы распределили на разные зоны, разные команды поделили участников, они тоже поиграют и в баскетбол, и постреляют из лука, и поиграют в боулинг, и различные игры. Фестиваль «Лиги мечты» направлен на социализацию, поддержку и развитие лидерских качеств у ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также привлечение их к спорту. Мероприятие построено как спортивный квест. 6 команд по очереди проходят каждую из 7 станций, где нужно продемонстрировать ловкость, меткость и быстроту реакции. Программа работает от Мурманска до Камчатки. И сюда прилетели вот ребята из дальних регионов. Им крайне важно быть победителями. У нас каждый получает медаль. Первый такой фестиваль прошел в Подмосковье в 2014 году. За время существования программы «Лига мечты» в ней приняли участие более 10 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья из 45 регионов нашей страны. Видным регулярные занятия в рамках программы проводятся во Дворце спорта, сотрудники которого имеют специальную подготовку. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.